сентябрь, и некоторые цветы продолжают цвести. И сегодня я вам расскажу о тех цветах, что цветут у нас в сентябре. Сегодня 8 сентября. Перед вами луг Джусай, где наша собака Хильда охотится. Лук съедобный, но в то же время и очень декоративный. Нюхает сейчас собака очеток эверса. Растение очень интересное, имеет ампельную форму. Оно красиво даже без цветов, а с цветами, конечно, сентябрь. И некоторые цветы продолжают цвести. И сегодня я вам расскажу о тех цветах, что цветут у нас в сентябре. Сегодня 8 сентября. Перед вами луг Джусай, где наша собака Хильда охотится. Луг съедобный, но в то же время и очень декоративный. Нюхает сейчас собака очеток эверса. Растение очень интересное, имеет ампельную форму. Оно красиво даже без цветов, а с цветами, конечно, привлекает особую привлекательность. Очетков довольно много, но цветут вот в это время только очеток эверса у меня, и продолжает цвести тагетис или бархатцы, как называют. Их у меня несколько разновидностей, несколько цветов, высота разная. И что мне нравится, что они привлекательны до самых заморозок. Если бы у нас не было этой дикой жары, которая была этим летом, то, конечно, сохранилось бы намного больше расцветок. Ну вот здесь мне лота попортила. Видите, бархатцы лимонного цвета. И продолжает цвести газания, африканская ромашка. Ну вот сейчас видно, что бутоны еще закрыты, но только солнышко пригреет, и ромашечка эта африканская будет во всей своей красе. Июля по ноябрь до самых заморозок будет цвести или вот этот газания. И вот здесь... Посмотрите, сколько семян, это ж кладезь, нельзя их оставлять так, потому что они не дадут всходов. А вот так сохраненные семена я посажу на рассаду. Продолжают цвести георгинки, но они очень пострадали во время этой жары и быстро закончили свое существование. Но есть еще много бутонов. Я смотрю, что бутонов довольно много. И если будет еще тепло, то георгинки сохранят свою привлекательность. Доминирует у меня сейчас в сентябре цветение лука Джусая. Его у меня много. Вот так вот выглядит. Ну, а здесь лук Джусай. Очень, конечно, привлекателен. И если бы собака моя не попортила, было бы, конечно, намного больше этих цветоносов. Но вот еще щенок ей 6 месяцев, поэтому ну, никак не может успокоиться. Все ей надо грызть. Продолжает цвести портулак. Видите, красные соцветия портулака. Есть и другие, розовые, оранжевые. Попробую вам показать. Портулак
рассеивается сам. И там вот вдалеке оранжевое, но еще утро, поэтому не все цветы раскрылись. И хочу вам показать фиолетовое облако. Это астрозимнее, или в народе их называют покровки. У меня их две разновидности. Подарили мне их в этом году, пока вот расцвела только эта. Цветет петуния, о которой у меня есть не один фильм. Но опять-таки здесь собака побегала. Вот. Все мне портит эта наша собака, это наша Хильда. Он бы еще долго стоял, этот красивый кустик. Но пока вот так вот он выглядит. Очень красив очеток видный. Высота его где-то 60 сантиметров. И соцветия такие мощные. Но опять мне собака все попортила. И пришлось поставить арматуру, чтобы завязать. То есть дать крепление этому кусту. Цветут розы. Очень красиво смотрятся хвойные растения, поэтому обязательно сажайте хвойные. Они будут украшать и зимой ваш участок, и весной, и летом. Продолжают цвести розы. Здесь у меня мини-розы двух расцветок. Вот темно-бордовая, даже нет. Цвет очень интересный, темно-розовая. Вот здесь есть мини-роза. Она вначале желто-оранжевая, а потом становится розовой. Розы сейчас наступает раздолье, нет той дикой жары, и чувствуют они себя сейчас хорошо. Правда, уже начинают отцветать некоторые, но ничего, зацветут и другие. Еще. Вот такие красивые розы. И до самых заморозок они будут себя чувствовать замечательно. Пришла их пора. По-прежнему цветет лобелия. Но если бы я не поливала, конечно, все погибло бы. А так кое-какие растения еще сохранились. Очень красивое вот такое облачко. Желтая хризантема, но после отцветания, смотрите, становится розовым цвет. Довольно-таки странно. Ну, вот бутончики еще желтые. И рядышком притаилась Мирабелла. Ночная красавица лимонного цвета. Красивый куст. Высота куста сантиметров 50. Их есть очень много разновидностей. Я видела и красные, и бордовые, и белые. Ну вот, у меня это подарок Иры Корнеевой. Она мне прислала семена, и вот я посадила этот мирабилис. В летнюю жару практически погибла вербена. У меня здесь было много, где-то 5 разновидностей вербены. Ну вот остался маленький кустик белой вербены и такой бурячной. И если обратить внимание, очень красиво оттеняет хвойное. И хвойный – это можжевельник ползучий. Может, я и ошибаюсь. Вообще хвойные очень хорошо сажать в саду, потому как сад красив с этими хвойными растениями и летом, и осенью, и зимой. Я вам рассказала о цветении моего цветника. Это цветы сентября.